И всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, канал Black Horror и Локи. Привет, ребят! И мы продолжаем играть в The Elder Scrolls Online. И вот такие вот мы бременские музыканты. Так, ну ладно. Ну да. А знаешь, что еще могу? Я еще могу играть на флейте. О, нифига себе, это у него питомцы такие. Смотри. Ну да. Клево. Так, а на чем я могу поиграть? Давай, сейчас мы посмотрим. Ох, смотри, к нам кто-то еще подошел. Давайте, концерт зажигаем. Кто вместе с нами? Я, танцы нордов. Давай, я буду, в общем, играть, а ты будешь танцевать. Походу, начало серии сегодня у нас в танцах и плясках. Ну что ж, какой у тебя квест? У меня квест, ну вот мне надо там с кем-то поговорить. Тимати здесь. Ага. Если у тебя так попёрло, давай сразу же смотри. Давай. Мне кажется, я призываю кого-то. Там слышишь, кто-то кричит. Эй, ху! Интересно, у меня есть черный пояс по карате с такими танцами? Ладно, давай, пойдем тогда. Мне надо вот здесь... Ты как это сел, короче, на статую наблюдает так за нами. Как убрать оружие? Что-то оружие он достал? А я не знаю, я постоянно с ним бегаю. Так, вот здесь, да, мне надо вот тут вот поговорить. Там... Разумдар. Ой, блин, случайно активировал. Так. А я вот с ним как раз успел поговорить, у нас должны быть одни квесты, я так думаю. Он разговаривает, как будто этот какой-то. А, вот, все. Нужно зажать стрелку левую и все, и закроется. Да, он разговаривает, как будто русский, как джит. Mm-hmm. Или славянин, как минимум. Так, very well. Так, я знаю, с кем тебе дальше нужно будет поговорить. Я тебя там буду ждать. А, ты уже туда убежал. Командир. Кариних какой-то. Так, все. А, я тут тоже побежал. Нет, я тут еще. Дальше у меня уже цель в другую, пойдем вместе. Че ты делаешь? Карту открыл? А, да. Такой. Путешествие. Так, вот куда-то... Вот тут что-то есть. О. Я, как полагаю, там еще видел, две же другие были, скажем, всякие гильдии. Выбрали другие, были бы в другом месте. Угу. Че там, Брейдерс, что он тут делает? Стоит с граблями. Каждый говорит, готов что-то творить, поэтому пошли бы они нахрен. Но все, ладно. Ух ты, нифига они тут устроили. Фаер-шоу. Хотя это вотер-шоу. Слушай, а с нами какой-то Леголас. Блин, это чё за беспредел? Меня обоссали. Меня прям брызнуло. С этим человеком? Кто тебя обоссал? Вот этот вот струяет. Эй. Ой! Я тоже. Так, окей. Вы не уважаете меня. Блин, идите вы. Так. Куда нам дальше? Не знаю, куда-то вот сюда направо, по-моему. Ну, я как понял, так. Это место, где обитают эльфы и... Я забыл, кто. Я, правда, здесь только что... Твои собратья. Ну вот ты где, ну что ж, все, зашибись, в общем, люди воздуха, все, зашибись, иначе goodbye. Короткий перевод. Hello. Это кто? Смотри, гоняет тут. Ну, какой-то призрачный. А это что такое? Труп какой-то валяется и... Да, кого-то убили. Живи, друг, живи! За что? Так, за что они его убили? Слушай, у меня чуть несколько квестов. Давай за мной. В общем, айда. Так, что тут у нас есть? Quick chat, emotion.
Yeah, bitch. Так, сейчас посмотрим по карте, куда нам. Ну вот у меня есть глаз какой-то. Вот вижу. Глаз, не-не-не, вот же... Storms of the Horizon, это? Давай, в общем, налево называть... Да, что? Storm of the Horizon, давай туда пойдем. Ну, пойдем. Знаком, как будто название какой-то игры. Horizon Zero Dawn. Так, где бежишь? Нифига ты такой, ну-ка быстренько, догоняй! Блин, они как эти, спиди-гонщики бегают. Блин, побыстрее бы здесь какую-нибудь, ну, лошадь иметь или что-нибудь похожее. Хочу на чем-нибудь верхом гонять. Слушай, здесь иногда просто прикольно путешествовать. Посмотри, я убил лягушку. Я лягушку убил. Зачем ты ее убил? Она прыгала на одном месте, я просто помог ей выбраться из лага. Я хочу какие-то шмотки, мне достало в пижамке бегать уже. Мне тоже, кстати, тоже хочется. Кстати, я больше-то ничего нет. Инвентарь. Так, я уже что-то слышу. Ты понял, да, как убирать меч? Да. Я же тебе сказал. Как красиво. Ты мне на хвост не наступи, когда будешь гонять. Ой, я там уже кого-то вижу. Это враги. А ты в курсе, что здесь можно, по идее, ну, так же, как и в ТЭС обычно, там, Skyrim или Morrowind, подойти и хоть кого начать бить? Да, я хотел... Кроме тебя, конечно. Ты у меня... Здесь. Был этот, была жажда уже обворовать первого дедка в его хате. Но я сдержался. Где там кто-то гоняет? Где-то вот здесь. А, вот. А смотри. Я вот могу. Смотри, ты у меня в группе, я тебя не могу бить, а я вот его могу. Да нет. Не-не, не могу. О, смотри, кажется... нужно помочь ей. Where are you? Вот где ты где? Ты видишь, что-то произошло? Нет, я ничего не понимаю. Мы маленькие алкоши какие-то. Нами доминировали, и мы что-то все всрали. Хорошо, я алкаш. Помогу. Ну что ж, идем помогайте. Good luck. Так, что это тут зажать? Найти какого-то Эдхелса, Онглса, Файнистл. Что-то найти нужно. Ну, тут появились дополнительные цели. Давай, ты идешь за мной вниз? Ага. Короче, стрелочкой вправо можно менять квест. А, видишь, произошло... Я там нашел. О, тихо, шарюсь. Не-не-не-не. Ух ты, водичка, водичка. Я нашел какую-то эту. Ой, ёлки. Чё? Ну-ка, сюда. Ой-я. В атаку. Я какого-то гризлика тут... Ага, вижу, 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 вижу. Давай иду на помощь. Все, все. Забрал все, что у него было. Так. А кто там сидит? Чё? Хиджаз какой-то. Не было хакаса у него написан. Кто ты? Кинг? Так, одного мы нашли. В общем, нужно нам найти тех, кто... Ну да, потерпел. Тут же, как видишь, много кораблей, то есть кораблекрушение потерпели. Ладно, я на каких-то алитов нападаю, на которых, с которыми ты только что сражался. Угу. Нифига, ты что это у тебя за оружие такое? Магия. Вот это еще один. А это чё? Кто стрелок? Это походу он. Фига себе, что он магит. У меня, кстати, тоже лук есть. Вроде бы. Язык. Так, это какие-то травки собрал. Малинка. Малинка, малинка, малинка твоя. А, и вот этот, это вот этот чувак. Смотри, посмотри, что у меня есть. Чё? Видишь? Неплохо, откуда ты его взял? А я его нашел, когда мы еще гуляли, там кого-то убил лучника, и у него лук нашел. Так, вот еще один. Ну-ка, давай. Это здравствуйте, Нистел. Ой, я потерял своих друзей во время шторма. Ты мне принес хорошие новости. И все, я принес ей хорошие новости, над этим достаточно. Так, вот тут еще один. Где-то что-то лежит. А, да-да-да-да-да, тоже не... Что это такое? Не знаю, какие-то фляги. Кстати, ты подбираешь, у меня это пропадает. То есть, поскольку мы в группе, мы тут можем это... Ну, типа, одно на двоих. Да, я так думаю. Синие грибочки.
Ромчик под грибами. Так, давай, я встречаю его. Да я его... Он в меня летит? Давай. Отлично. Я его луком успел загасить. Так. Каджит лучник. Хей-хей-хей. Это прям название серии. Каджит лучник. Так, а этот парень... Где к чёрту? Ко мне идёт, зараза. Не дошёл. А? От третьего лица, говорю, бегаешь? Да, сейчас пока от третью. От первого вообще крутяжно. Сейчас с луком просто тут хожу. Крабик, ну-ка я могу его? Нифига. Я надеюсь, его папик какой-нибудь тут не придет. Сейчас такой 6-метровый из моря. Можно занырнуть вниз? Не знаю. Нет, вниз нельзя занырнуть. Ну, плавать можно. Так, давай-ка взглянем карту. Ага, нам еще по берегу туда дальше идти. Я уже искупался, и мне хорошо. Не я один убиваю крабов, кстати говоря. Так, а тут крабы съели женщину. Может, есть какие, знаешь, Сундучаль. Типа сундучки оставшиеся. Так, блин, а он меня начал молотить. Ты иди ты к черту. Ей, левел ап. Ей, так, надо какой-нибудь еще крутой скилл вкачать. Так, скиллы. Магия, здоровье или стамина? Ну, пока стамину покачаем. А здесь у нас что есть? А вот он и человек. Ну, здрасте, здрасте. Он Глорн. Bless you, Fi. Я рад тебя видеть. В общем, ты молодец, что меня нашел на пляже. Я долго типа здесь лежал. Она жива? Ну, вот имя что он называл. Типа и все такое. Могу сказать тебе, как я рад. Этот паренек был на черной пантере. Так. В общем, мы принесли этому парню хорошие новости, что кто-то там жив. Попробуй разбери их по имени. И к черту, он опять ко мне бежит. Я застрял, убил как его. Как оружие у него. Так. Так, нам еще дальше по пляжу гулять. Как-то... Да, слушай, погоняй, правда, от первого лица, прикольно. Ну, я с дубинкой. Ну, я с луком. Ух ты, тут... А я, кстати, тебе одну часть одежды находил. Это наручи, как можно заметить. Ёлки, они просто появились из ниоткуда. Нет, они здесь были у меня. А у меня только-только появились. Странно. Они у меня жрали там кого-то. Смотри, гоняет с ним кто-то, я тоже так хочу. Да. Может, это черномаги? Чермандер какой-то. Ловец покемонов. Блин, а смотри, какой он стрёмный. Ещё с ним маленькая какая-то пантерка бегает. Так, левел апнул себя уже. Так, ну давайте-ка что-нибудь себе прокачаем. Например. Что это такое? Что-то знаю, тут что-то у них как-то нет. Кораблекрушение очень странное произошло. Просто по берегу куча кораблей раскидало. Походу так, нам... Где? Да я вот дальше пошел к пещере. К пещере? Да. Так, жди-ка меня, жди меня. Сейчас я в инвентаре пока пошарю, что я тут собирал. Level up. Я получил. Ты не получил его? Я себе уже прокачал тут все. Что хотел. Что-то он не хочет скиллы выполнять. Так, давай-ка, наверное, сменим себе лук. Хочу обратно меч. Все-таки как ни крути я. С мечом же должен гонять. Уть! Я понял. У меня, смотри, у меня огненный лук есть. Огненный? Откуда он тебе? Не знаю. Ой, это что? Откуда это у тебя? Я не знаю, мне за квест дал. У тебя наруч есть. Вот ты в сумке роешься. Ну да. Да короче, смотри, там этот дед дал мне какой-то сверток золотой. Я его открыл, там был лук и вот этот нагрудник. А как его открыть? Я зашел, короче, в инвентарь. Но. Потом зашел суплец, мешочек. Там был, короче, такой, как золотой мешочек. Я его просто по нему нажал, он его распаковал. Ага, вижу, да, мне тоже дали какой-то лук.
и одежда. Материалы. Так, ну, посмотри, как я выгляжу. Mm-hmm. Встречу мне дали. Балахон такой. Ага, слушай, вот можно health. Так, на быстрый слот. Вот, например, здоровье. А, типа можно сделать, чтобы он лук менял? Не, я пока вот поставил на быстрый слот здоровье. И... То есть на быстрый слот здоровья. Так. Ну-ка, объясни-ка мне. А лук на какую можно как-нибудь на быстрый слот поставить? Так, оружие. Нет, а что-то... Походу, оружие можно только менять. На быстрый слот можно поставить личинки. Итак, понятно. Там... Ну и чё, идём? Каджит! Каджит! Чё вы тут устроили за посиделки? Вперёд! А у них опять там песни-пляски. Два каджита встретились. Так, чё тут шипит где-то? Ух ты, нифига, не, я туда не пойду. Ого. Я лучше... Гигантская змея. Я лучше со спины обойду. Так, давай за этим парнем идти. О, он уже сам на него напал. В атаку! Это все? Ух ты, какой! А, чё я скинул, ты использую? Военный топор. Кого они стреляют? Я сам не знаю, в кого они стреляют. Но тоже заметил такие. Так, ну-ка. Напряглись и давай всех стрелять. О, да. Новый топор. Прикольно, да, здесь анимация, чтобы в мешке такой шаришься? Угу. Так, нам вон, смотри, вон валяется. Я нашел его. Он мертв. Все, в общем, зашибись. Ну чё, выполнили этот квест. Пошли теперь поговорим с этим Ферионом и там, или как там. Так, тут уже все, да? Может, о, просто... Змея! Все, не змея. Это маленько. Ха, да еще испугался уже? Не, просто я шипение услышал, я... О, это что такое, смотри-ка. Ух ты, я какие-то три камня подобрал. А, ну здесь, видишь, можно добывать. Очень много чего ходить, типа там. Ну вот смотри, вот видишь меня? Вот подойди ко мне. Бегу. Например. Блин, заспал. Посмотри, например, что я сейчас буду делать. Да господи, он меня скоммуниздил это. Я хотел это добыть. Так ты сволочь. Тут кто успел, того и тапки. Ну. Так, куда нам? На выход? А, вон, смотри, кто тут. Ну да, вон она. Поговорить с ней нужно. Ну чё, выполнил я твой квест? Ох ты, какой ты молодец. Ну, спасибо. Goodbye. Goodbye. Как же красиво здесь, посмотри. Там какие-то жуки. Угу. Так, смотрим, что... А, нам туда, налево. Походу, как раз к жукам. Или нет, вот туда, к кораблю. Да-да-да-да. Так это мы можем уехать отсюда, да? У нас тут еще какой-то квест есть где-то. Если что, потом. Да я думаю, здесь просто поболтать с кем-то. Вот. Ну и что, на борт берет. You want a slick arsed sea viper or a cabbaged mouth castaway? The hurricane killed hundreds of marines. Oh. Well, and I'm sure. Ну да, в общем. Не, он предложил нам кого-то убить. Вон в локации. Походу этих Пошли. Жуков и надо мочить. Ну да, я тоже так подумал. Краб. Сразу. Что-то как-то мне не показывает именно где, сколько и так далее. Чего именно? Нужно же чего-то, как я понял. Нифига тут. Пати хард. Естественно. А что мы должны, может быть, что-нибудь забрать с них, нет? Слушай, не знаю. Как-то вот с квестами здесь... Нет, что-то Retrieve Sun... Короче, мы что-то херню должны какую-то найти. Мы должны найти какую-то здесь херню. В этой области. Угу.
Никого искать, что тут искать? А вот слушай, я что-то подобрал. Вот какая-то смола, ну-ка. Мне кажется, как и во всех обычных квестах, знаешь, должно что-то выпасть, наверное. А может и нет. Смотри, ты где? На соседнем. Да, я вижу, у тебя огромный меч. В смысле огромный? У меня есть, он мой. Вон, давай-ка попробуем это убить. В атаку! О, слушай, мне наручи выпали. Блин, у тебя удача лучше, чем у меня. Мне только мясцо падает. Я тебе могу свои скинуть. Это же можно, наверное, это? Не знаю. Слушай, наручи прикольные. Так, а у меня что-нибудь есть? Смотри. Ты, короче, открываешь карту, нажимаешь X, и там будет показано, что в этой области нужно найти. Открываешь карту. Вот. Retrieve Sun Sides from Sea Weepers. Что это такое, я вообще не знаю. Sun... Не знаю. Сейчас, в общем, как обычно у нас бывает, методом тыка что-нибудь донайдем. Так, овцы. Нифига она тебе поддала. Ну-ка лежать. Все теперь не поддаст. У него булава, как это было. Так, что-то... Потейтос тут у нее был. Еще одна. Вот смотри, вот эти вот Sea Weepers, это вот эти вот люди, которых мы убиваем. А-а-а. Вот, значит, вот что-то их... в них должно быть. Да. О, я нашел. Всё, Сану. Нашел. Что-то там. Я нашел эту фигню только что. Я ты тоже. Где? Здесь. А, вижу тебя. Ну вот, все, мы нашли ее. Ну, как я говорю, надо было выбивать. Ну да, видишь, именно у этих людей. Так. Ну что, с ним можно также опять поговорить. А кому это давать? А вот вижу. Так, смотрим. Смотри, у меня здесь квесты все закончились. Ну, у меня, кстати, тоже. Вон, видишь, на острове можно теперь сходить. О, слушай, вправо туда, да? Storm of the Horizon, да. Видишь? Я поставил туда меч. Да, давай левее сходим еще на остров. Видишь какой-то? Левее? А у меня там ничего нет. У меня есть. Locate Helmsman of Hill какой-то. Да? А, ты нету? С ним поговорил еще. А, ты с ним не говорил? А, так ты вообще с другой женщиной говорил. Да, мы да, разные да. Сейчас квесты, что ли, взяли еще в придачу, оказывается. Экшн-квест ты имеешь в виду на корабле вот здесь, да? Мне интересно, вот с помощью этого корабля можно как-то отправляться на другие части мира. Ну, я думаю, сейчас у нас типа как первая локация. Не-не-не, я не на корабле, а на острове. Вон там, чуть дальше, на острове надо было сходить. Ты куда пошел? Мне, я пока смотрю, что тут с кораблем. Так, а я могу тут украсть томаты. Ну, на меня посмотрите и мудохают. Так же это можно сделать, как с Кариной. Угу. Ну-ка. Я сворвал. Никто не видел? А, никто не видел. Я пшено сворвал. Эти томаты тебе еще обернутся, я уверен. Он капитан Джимили. Здрасте. Нет, я молодец. Ну, слушай, у меня ближайший квест только есть. Ну, пошли тогда на тот. Туда вот, вдаль. Он как основной идет. Мы его не выполнили, как видишь.
Ну, слушай, мне нравится, что здесь можно так взять, знаешь, и украсть. Ну, как, чисто как в Скайриме, там, в Обливе. Ну да, видишь, это получается абсолютно тот же Skyrim или Morrowind, только в виде онлайн. Здесь также все эти... Ну, мне кажется, этим даже повеселее. Что, чё? То, что ты здесь не один. Так, смотри, а это что, что такое? Я нашел. Представьте, мой сюрприз какой-то очень тяжелый и его очень сложно найти на какой-то реке. Что там, сестра? Найди ее. Все, короче. Интересно, слушай. Слушай, а кто там сидит наверху, смотри? Какие-то женщины-вороны. Ну-ка, я сейчас поднимусь. Интересно. Кто тут срет всем на голову? Что за женщина-ворон? Так, какой-то гриб. Слушай, они летают. Гарпи, блин. Знаешь... Помоги мне! Вова, отлично. Ну-ка, лежать. Мы с тобой хулиганы самые настоящие. Да, у них даже ничего не было. Почему? Было, я у них все набрал. А, не, у меня просто ничего не было. Так. Так, ну что, идем к тому основному квесту? Да, нам чисто нужно. Как-то вот прямо так. Все, помечу. Отлично. Тут можно пойти в поле, в пшеницы, и там что-нибудь надыбать. У Ромчика уже первое, это что-нибудь надыбать. Я каджи что-то хотел. Так, вот, смотри. Ты их из принципа хочешь убивать? Ну, чтобы не мешались. Ну и плюс попрокачиваем. Рожа такая. Рожа у них такая, конечно, жесть. Согласись со мной. Угу. О, блин. Осторожно! Да, тут... Да, вот так. Нормально. Как-то спрыгнули. Свинюшки. Слушай, в грязи. Не надо их убивать. Ты хотел, как раз в этих полях что-то украсть. Бамбук. А потом можно в дома забежать, посмотреть. Может, что-нибудь пройду украсть. Слушай, там есть... Давай ведро на него наденем. О, нет, я туда не пойду. Все, к черту. Да, там такой Маугли сидит в окружении. Жуки. Они мертвые, что ли? Эти, да, вот дальше, по-моему, нет. Что вы тут забыли, мрази? Видал, как я могу? Я пока замахиваюсь, ты их уже укладываешь. Я что-то нашел, ну-ка, дай я посмотрю, что это такое. А я 3 дерева нашел. Слушай, я могу, интересно, тебе скинуть? Блин, а что это у тебя было такое? Какие-то огненные щупальцы из спины вылезали. А, ну это способность. А-а-а. Чё ты можешь мне? Лету что-то. А, это посох какой-то, что ли? Блин, у меня посох есть, при том, что я не маг. Я могу им пулять. Ну вот я смотрел, короче, что здесь... Этот. Медал? Да. Что здесь многие говорят, что независимо от того, какой ты класс, ты можешь как бы взять там посох себе, все что угодно. Ну то есть нет такого, как, знаешь, бывает, типа, если ты воин, то посох не для тебя. Хочешь, я тебе наручи скину? Здесь же можно как-то сделать? Давай, не знаю. Или тебе не надо? Давай, а то у меня ничего нет. Так, ну давай на дорожку выйдем. У тебя нету наручи, да? Нет, нет, я ничего пока не нашел. Давай смотрим. Hands. Вот я смотрю, могу это уничтожить. А вот как это скинуть? Походу никак. Repair. Я не могу это репэры. Да, походу то, что ты находишь, это только для себя. Нет, смотри, я могу сделать вот так вот. Стой на месте. Стой на месте, так. Так, сейчас смотри. Сейчас тебе покажу. Ой, подожди. Блин, я не на то нажал. А! Ты что, книгу меня читаешь? Чё книгу ты читаешь? Да я прокачался просто. Скилл качнул. Нету. Какой-то хилищ, надо посмотреть, что это. Вот. Я тебе предложил, короче, потрейдиться. Да? А, вижу. Так. Окей. Отлично.
Ну что ж, здесь я тебе что-то буду предлагать, а ты мне тоже будешь что-нибудь давать взамен. Ой, чуть не нахер тебе это нужно. Так, вот, вот, например, наруч. Что ты мне можешь дать взамен? Клубнику? Я согласен. Как мне? Как подтвердить? На чё ты нажал? Я не знаю. Я на квадратик нажал. А, ну вот все, мы поменялись. Так, ты мне дал клубнику. Посмотрим. Так, наручи. Да, вот, они на тебе. Нормально. Ну все, мы теперь знаем, как это делать. У меня еще щит есть, но у тебя, я вижу, у меня что двуручное оружие. У меня тоже щит есть. Но я пока с двуручным бегаю. Я тоже, поэтому это бесполезно. О, чуть такое. Смотри. Какой-то огненный фонтан. Прикольно. Слушай, мы к какому-то городу придем, судя по тому, ну, если по карте так судить. Кто это сказал? Какой-то квест. Я тоже слышал. Ну-ка, да, подойди-ка ко мне. Быстренько. Ну, это дополнительный квест будем проходить? Давай посмотрим, что она нам скажет. Мне нужна твоя, типа, мол, помощь и все такое. Что ты? Я ничто, ты, блин, помоги мне. Нет. Я ничто, помоги мне. Скажи мне, что тебе нужно. Так, ну вот, я взял. Нужно, короче, коллектор какой-то. Что-то здесь, короче, найти. А, вот, смотри, вот книга. Нифига себе. Так, допустим. Типа мы подбираем книгу и как воспоминания какие-то. Что это произошло? Итан Картер. О, нифига, смотри, себе. Нифига себе. Это еще что такое? Слушай, это все? Походу, да. Хотя еще один квест появился там можно дальше где-то. Что, будем продолжать? Я или думаю, пока сюда пойдем лучше. А туда еще успеем. Ну, давай. Так, мы правильно? Да, вот по этой дороге. Слушай, здесь прям реально приключение. Мне нравятся вот эти все дополнительные анимации, когда, знаешь, ты такой стоишь на карте. Вот ну посмотри, да, какие, да, на то карте в мешке, то в карте такой. Прикольно. Прям ощущается приключение. Это как в Division. Приключение по апокалипсису, только здесь, по там реалии, вообще средневековье, несуществующий мир и так далее. О, 76 голды. Это experience, опыт. А. Так. Ты уже сначала думал, что голды. Здравствуйте. Ты поросят хочешь убить? А. Мне нужна твоя помощь. Мой мастер в опасности. Всем нужна моя помощь. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну, хорошо. И что, пожалуйста? Ага, вот у нас какой-то появилась зона квеста. Ну, ладно. Ну, давай. Кто-то там, какой-то ее мастер в опасности. Че оружие достану? На всякий случай. Я всегда наготове. Так, мы... Кстати, она вон бежит, давай за ней. Подожди, я это чё? Ого! Говорите со скелетоном. Говорю. Возвращайся, типа, возвращайся обратно. Кто ты? Тебе здесь не рано. Да иди ты нахрен, короче. Живи или умри. Ну, отлично. Должен, короче, быстро двигаться, давай. Ты чё, её хочешь уже ударить? Мы должны... Так, с ней нужно поговорить. Должны добраться дальше куда-то очень быстро. А, смотри, вон вниз. Спайдер Вард. Я наверх побежал. Вон Вард. Ты где? Наверх. Где? Вижу, вижу. Давай, туда. Вот. Слушай, тут скелетонов ты чё не убиваешь? Кто не меня убьет. Так, вот у него было 3 голды. Булава. Разные вещи нам попадаются, смотри. Так, давай идем туда, там, короче, скорпионы. А куда туда? Куда?
ты-то да где? Да здесь дерусь. Ага, вижу тебя. Еще голдан. Тригл, да. Ну-ка, что там за скорпионы? Давай-ка я поднимаюсь. И? Ух ты, ё-моё. Воу. Что это за кровавое? Так, ну вроде как мы охладили траханье этого сияния. Пошли так, теперь на вниз так же. Ой, слушай, а что это там? Ты кого-то убиваешь, давай поможем. А вот сейчас, кстати, этого чувака мы можем сами убить. По-моему. Ну вот, да? Видишь? Нет? Нет. Он почему-то у меня просто красным горит. Ну-ка. Нет, тут, наверное, специальные зоны ПВП будут. О, какая-то новая там, грудина мне досталась. Да? Да. Прикольно. Ну-ка, что за грудина? И наруч. Классно. Ну, наручик это херня, если честно. Он... По этим местам ходит, может, он там что-то найти может? Можно. Чё он сюда вот заходит? Не знаю, может, какие-нибудь сундуки есть. А, открыть катакомбы? Не, не хочу катакомбы. Так, еще ниже. Ну, здесь, видишь, нужно всякие сундучки проверять. Здесь же это все не сделано так, что прям ты сразу поймешь, что их нужно открыть. Да, вот здесь какие-то... Во. Сейчас, мы, вот их можно открыть, но мы не пойдем туда, да? А я что-то не могу открыть, у меня они как, знаешь, под запретом. Да, я тоже не могу. Я боялся, что их могу открыть. Видал, какие? Понял. Моё. Ой-ой-ой. И... Выходи, выходи. А, так, отходи. Все, готово. 6 голды. Отлично. Ух ты, у меня какие-то ботинки. Ну-ка, ну-ка. Ну все, в чем-то хоть хожу. Тут у нас... Ну что, она довольна? Ты довольна? Нет, смотри. Сейчас мы должны пойти в катакомбы. Вон те, которые мы только что нашли. Все-таки они... Ух ты, не под запретом. Свитки. У меня тут скелеты... Так, а ты где? Ты сволочь. Эть! Экспеллимиармус! И подбежал такой, когда уже все. Так, открываю катакомбы. Я в катакомбы пошел. Ну, я пока тут со скелетами воюю. Так. Да я их вроде всех нет, убил. За мной побежал просто один. Ёлы-палы. Слушай, это круто. Нас здесь будет ждать, наверное, как-то босс. Да. Но я думаю, надо немножко заканчивать приключения. Так, давайте здесь накаемся. Да, приключения приключениями, но... Над этим это все. Ставьте, друзья, лайки, оставляйте советы в комментариях, если кто-то играл. И подписывайтесь на наши каналы. С вами был Локи и Блэк Хоррор. Пока, ребят. Пока.